Приветствую всех на канале. Сегодня будем садить сад вот на этой территории. Два ряда деревьев, 22 дерева в посадке. Посмотрим результат. Пока что это вот такой участок. Так выглядит подготовленный участок под посадку сада. Производим разбивку и разметку перед посадкой. Закончили посадку сада. Вот так выглядят деревья после посадки. Давайте пройдем вместе по саду. Закончили посадку сада. Вот так она выглядит. Все деревья побелили, еще не успела высохнуть садовая краска. Подвязали на ковы. Не шпагатом, а джутовой бечевочкой, джутиком. Обработали от вредителей, обработали от болезни, от парши. Препарат Скор. Обрезали, сделали первичную формирующую обрезку. Срезы замазали садовым варом. В лунки добавляли компост, перегной, перепревший навоз. Комплексное полное удобрение. Минеральная фертика, бывшая кемира. И немножко золы. Все это перемешали с родной хорошей землей. Вот так выглядит сад за моей спиной. 22 дерева, напомню вам. Давайте пробежим быстренько по дереву, по саду и посмотрим, что получилось. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. С вами садовый портал сад.бел. До новых встреч!